Народы разных национальностей активно переезжают в Тобольск на жительство. Выходцев республик бывшего Советского Союза здесь привлекают гармоничные межэтнические отношения. Как их сохранить, обсуждали в администрации города. Поделились опытом работы представители диаспор. Например, армянская, созданная 11 лет назад, объединяла 155 человек. Теперь ее представляют столько семей. Дети и молодежь сохраняют традиции, для занятий им требуется помещение. Надо обязательно родному языку учить, родному культуру, допустим, да, песни, танцы, все, ну как, ну история наша надо объяснять. Большую работу по гармонизации отношений проводят образовательные заведения. Они многонациональны. Только в Тобольском медицинском колледже обучаются представители 29 народностей. Собравшиеся запланировали ряд совместных мероприятий. У нас очень тесное взаимодействие с православной епархией, с представителями мусульманского духовенства. У нас было проведено мероприятие при поддержке общественной палаты еврейской диаспоры города, на которое приехал главный раввин Тюменской области Рахмиэль. Тобольск всегда отличался многонациональным укладом и добрососедскими отношениями. И нам важно сохранить это.